Приготовление сока. Минусинская паста томатная. Я вот использую такую. Вот и все. Паста, томатный сок готов к употреблению. Ну что, проверяем. Чеснок не липнет к руке. Значит, его можно употреблять. Так вот сейчас сгребаю его чайной ложечкой вот такой широкой в кучку для удобства употребления. Когда готово, как бы, я помогаю рукой, пальчиками вот так набираю полную ложечку. Вот этого замечательного чеснока подвяленного. И съедаю его. И запиваю заранее приготовленным томатным соком, приготовленным из минусинской пасты томатной. Весь процесс поедания чеснока я не снимаю. Вот последнее, что осталось. Запиваю томатным соком. То есть мне практически 100 граммов сока хватает на такую порцию чеснока. Вася, не забывай 3 бутончика гвоздики употреблять сразу же после приема пищи. Это входит в ежедневную, неоднократную противопаризотарную программу.